Рыба как рыба, но когда люди увидели ее голову, они остолбенели. Странное существо, напоминающее инопланетянина, живет в глубинах северной части Тихого океана. Даже специалисты не подозревали, что такое чудовище существует, а живет оно на дне Тихого океана. Удивительная рыба с прозрачной головой стала хитом в интернете. Это создание похоже на персонажа компьютерных игр. Оказывается, столь странное существо – напоминающий инопланетянина, живет в глубинах северной части Тихого океана. Малоротая макропина имеет прозрачный лоб, через который видны все внутренности головы. Такой лоб нужен рыбе для того, чтобы лучше охотиться. Через прозрачную кожу она высматривает добычу. Ярко-зеленые глаза рыбы, похожие на трубочки, могут перемещаться вертикально и горизонтально. Другими словами, рыба может смотреть прямо через свою голову, если это ей понадобится. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!